Всем привет, приветствую всех на моем канале Паритор РС. И сегодня я решил записать вот этот тест. Два внедорожника Монстра Макс Атраксис Ауткаст 4S. Катать сегодня буду на 3S, оба одинаковые, просто 58 км в час, плюс ну такая среднестатистическая максималка, то есть, ну и они равны. Вот, поэтому погоняем, посмотрим, зачем я это делаю, для того, чтобы просто сравнить. Мне самому интересно, что себе оставить и что себе выбрать. На самом деле, правда, очень интересно. Асфальт, надеюсь, выйдем сейчас на песок, погоняем, посмотрим, все для вас. Давайте, пальцы вверх. Как я и говорил, ребят, максималки одинаковые, 58 км в час, но может не... Да не может быть, все 58. Давайте дадим немного песочка. Ох, пылит-то как, а? И это на 3S. Вот пыльный какой. Не, ну конечно прикольно, не спорю. Очень хорошо смотрится. Десяточка. Ох, как мягенько. На Ямаксе, честно скажу, вообще прикольно. Задаешь уровень, и он летит. Да что ты, отключился, что ли? И Ауткаста создавали специально для таких дорог, на его бешеных колесах. Давай, давай, давай. О, да, в дыбы, надо притормаживать. Прикольно едет. Как-то мягче, что ли, идет. Ах, ты переворачиваешься. Зачем ты переворачиваешься? Да, аппаратуру-то зачем? Ты чем так обижен? На Атраксис, а? В дыбы, в дыбы. Все время в дыбы. О! Да, надо притормаживать. В полете пытается прям уйти вверх. Почему я говорю, ребят, на 3S? Да потому что здесь, допустим, как-то резвее, прям быстрее намного, кстати. Прям сразу. Ой! Да, и как-то ровно прям летит. Да, конечно же, ТСМ на самом деле, вот на трассе ты гоняешь, на асфальте кажется, что она не нужна. Но когда ты гоняешь... Когда ты гоняешь именно на бездорожье, то сразу понимаешь, что такое система стабилизации. Просто вещь. Сразу прям пошел, прям ровненько так идет. Красиво. Молодец. Этим мне очень нравится Атраксис. И давай, давай. А, красавец, просто. Мега управляемый в прыжке. Ребят, я покорен. Да, на 3S я лучшего монстра еще не видел. И давай. Молодец. Наверное, Ауткасту очень жалко это слышать, но... Давай, покажи, что это. Давай, 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 показывай, показывай. Что ты можешь на бездорожье. Давай, разворачиваемся. Погнали, погнали, погнали.
Что, система стабилизации? Ребят, кто знает, напишите в комментариях, сейчас система стабилизации на Траксос есть или нет. Потому что это прикольно было бы. О, прыгнул, молодец. Ну, как всегда, это нормально. Молодец. Не, на самом деле прикольно. Как вы думаете, расхлестаюсь? Нет. Да, тяжело, конечно. Прям переворачивается. Представляете, ребята, когда боком. Когда прям повороты входишь, смотрите. Оп, и будет переворот. А все очень просто, посмотрите. Видите, да, разницу? Посмотрите, кто шире. Все правильно, Траксос шире, из-за этого немножко устойчивее. Ну, в общем, ребят, на самом деле, обе тачки прикольные. Не забывайте, этот стоит бэушный, как этот новый, как Outcast. Поэтому, конечно, ребят, делать выбор вам, что покупать. Здесь на вкус и цвет товарищи есть, я только могу посоветовать. Для себя, на самом деле, выбор я еще пока не сделал. Запилю итоговый обзор, как раз решу, что все-таки оставить. Либо Макса, либо Ауткаста. Может, оба оставить, может быть, гонять, тестить и смотреть, как они живут дальше. Напишите, большая просьба, в комментарии, поставим лайк по данным видео и будем ждать дальше новых тестов. А пока я очень доволен и тем монстром. Классные тачки, на самом деле выбор прикольный. Спасибо большое ребятам за внимание, не забываем подписаться и поставить лайк под данным видео. Спасибо, пока-пока.